Всем ассаламу алейкум, здравствуйте. Вот, только что прилетел из Москвы в Грозный. Я узнал, что здесь торговые компании Татай в Мышнецкие такие просто акции пошли под конец года. Они хотят порадовать своих клиентов, просто цены просто нормальные такие, адекватные. Таких цен даже в Москве нету, честно говоря, поэтому сам лично прилетел посмотреть, увидеть, что за товар у них, что за акции, на какие именно моменты. Короче, все обо всем дальше тоже расскажу, посмотрим. Я буду сегодня как ревизор, короче, четкий контроль проведу и потом скажу плюсы и минусы. Поехали. Ну и первая локация в Грозном, куда я пришел, это филиал торговой компании Татаев. Торговый центр «Прогресс». Иу! Здесь три этажа всего, что можно просто найти для своего дома. На первом этаже одна тема, на втором этаже другая тема, на третьем вообще другая тема. Пойдемте посмотрим. Так, мы находимся рядом с полкой, где расположены разные виды кранов. Черные, короче, серебристые, золотые. Золото. Надо проверить. Так, здесь можно и для душевых, и для просто раковин. Вот. Вот такую бы я себе взял. Смотрите, какая она. Чисто для королей. Я же король сам по себе. Пойдемте дальше посмотрим. Сюда надо нашим мужчинам со своими женами прийти. Я думаю, у жен точно вкус получше, чем у нас у мужчин. Они знают, что для кухни, что для ванны нужно. Здесь, в торговом центре «Прогресс», очень-очень много плитки. Говорю же, очень-очень много плитки. Более 10 тысяч разных вариантов плиток. Говорят, что в России здесь на первом месте по количеству и разнообразию этой плитки. Шедеврально. О! Ну, здесь уже у нас чисто такая техника. Пойдемте. Ну, на втором этаже вы сами тоже все видите. Здесь телевизоры, бытовая техника, стиральные машины. Люстры, пожалуйста, на любой вкус. Вот даже, пожалуйста, какие-то часовые механизмы, такая люстра интересная. Но здесь также на втором этаже у них есть кухонная мебель. Это посуда, кастрюли, сковородки, туда-сюда, все, что нужно для вкусной еды. Здесь также есть входные двери. И, конечно же, межкомнатные. Выбора достаточно. Ну, мы на третьем этаже, это, я ее назвал зона релакса. Здесь мебель мягкая, табуретки, кресла, диваны. Короче, все для того, чтобы после работы лечь и ни о чем не думать. Пойдемте посмотрим. Друзья, самое бомбовое, что у них есть в торговой компании Татаев, это их акции. Они постоянно у них бывают, частенько, и сейчас с 1 декабря по 31 декабря включительно эта акция тоже есть. Очень хорошие скидки для наших клиентов, поэтому приходите сюда, выбирайте и уходите вот с такими вот улыбками. Торговая компания Татаев – это единственный представитель Чеченской Республики, который представляет турецкую мебель Welter Home. Качество и цены просто идеально. А, уважаемые, чай сделай, пожалуйста.